Всем привет и добро пожаловать с возвращением в самую грибную из цветочных и самую цветочную из грибных Plants vs. Zombies. Сегодня по многочисленным запросам мы будем играть в мини-игры. Мы их открыли. Я не знаю, что там будет, но давайте посмотрим. Окей. Опа. А, так тут так много мини-игр. Нифига себе, я думал, тут будет целая... Тут будет какие-нибудь две мини-игры, а тут сколько? 4 на 5, 20. Крутяк. Зомботаника, боулинг и игровой автомат. Ну, давайте по порядку, наверное, да? Попробуем. Чатик говорят, автомат лютый. Автомат. Окей, чатик говорит, попробовать игровой автомат. Хорошо, давайте игровой автомат. Играем в казино. Зомботаника лютая. Окей, ну давайте игровой автомат играть. Игровой автомат. И чего? На старт, внимание, сажай. А, подожди. Дергайте рычаг, чтобы получить новые семена. Дергнуть рычаг стоит 25. Подожди. И они должны совпасть? Дергайте снова? Они не совпали? Это полноценное казино. О, нет. Однорукий бандит. Зомби, быстрее. Так. Что-то не везет, чуваки. О, у нас есть орех. Окей, орех, помогай. Бесплатное дергание дали. Так, зомби ест орех. Мне нужно, чтобы два совпадали, да? Жесть. Солнце, джекпот. Джонни, мы богаты. Ну все, 500 солнц. Ща мы тут нарулим. Горохострел, окей, давайте горохострел сюда. По-моему, а нет, там есть эти подсолнухи. Заморозку сюда. Вряд ли мне много подсолнухов выпадет, наверное, нет смысла оставлять последнюю линию. Еще один горохострел. Давай здесь. Поехали дальше. Узри джекпот, и тогда победа. А что, если выпадет три одинаковые? Там, наверное, вообще будет огонь, да? Блин, я неправильно я расставляюсь. Надо было для подсолнухов место оставлять. Хотя, подожди. Они же бесплатные, да? То, что из автомата выпадает. И у меня 550 в запасе из-за джекпота. Поэтому, по идее, мне не нужны солнца. Ой, не солнца, а эти... подсолнухи. Так, где нам еще нужны стрелки? Вот здесь у меня стрелков нет. Это просто рескин конвейера? Нет. Здесь полный рандом. В конвейере дают очень много растений. Их можно откладывать на потом, например. Солнца пришли, но у нас все солнца. Ручку можно крутить сколько хочешь. Окей, давай вот эту линию прикроем. В конвейере ты откладываешь на потом бонусы. А здесь нет, здесь такое не прокатит. Надо стрелка добавить сюда к заморозке. Заморозка плохо работает. О, блин. Классный мисклик. Прямо в центр поставил. Будет в центре стоять. Что теперь сделаешь? Если сразу не сажать, выпавшее растение, оно пропадет? Я не знаю. Давайте проверим. Как бы не хочется проверять, но...
Надо. Ну, солнце, я думаю, точно пропадут. У нас 900 солнц. О, мой бог. Все солнца и вообще нет растений. Да не растения, это фигня. Иди отсюда. О, нет. У нас проблемы. Чатик, мне не везет в казино. Совсем. Солнца выпадают. Надо 2000 солнц на победу. А, подожди, здесь выигрываешь солнцами? Так мы будем воевать бесконечно, да? Окей, внизу я закрыл четвертую линию, потому что тут большие проблемы на четвертой линии. Я не уверен, как мы будем продерживать четвертую линию вообще. Надо еще орехов, наверное. Заморозку наверх. О, у меня там есть заморозка, она стоит посередине. Что ты делаешь? Давай наверх еще один орех. Не, нам... О, там ведро, ведроид идет. Ведроид — это очень плохо. У нас большие проблемы. Ведроида мы не убьем вот этой фигней. Давай, пофиг, ставим так. Я надеюсь, что мне сейчас орех выпадет. Орех, 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 орех. Это почти орех, пойдет. Орех, 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 орех. Где орех-то? Ведроиды, стреляйте в него. Стреляйте в него. Ну же. Три ореха, джекпот орешный. Больше орехов. О-хо-хо. Хорош. Фу. Засейвлен. Тупо в последний момент орехи посыпались. Что здесь поставить? Внизу один стрелок, и он отлично справляется. Я не собираюсь у него забирать его хлеб. Он работает там за десятерых, этот стрелок. Опять эти подсолнухи падают. Но я их буду ставить, как бы нет смысла их не ставить, да. Окей, внизу ведроид. Наверное, внизу сейчас потребуется поддержка. И на второй линии тоже. Вторая линия проблемная. Джекпот солнц. Нам так далеко до победы. Вниз. Вниз стрелка. Нужно срочно еще либо дофига орехов, либо стрелков. Окей, я попробую снести этого ведроида. Я надеюсь на орехи. Я добавлю вниз еще одного стрелка здесь. Мы вынесли ведроида. Внизу ребят справляются. Не особо, да? А куда еще заморозку? Давай сюда. Справляются, справляются. Молодцы, горохострелы. Окей, орех. Зачем я наверх поставил два ореха? Я не могу ответить на ваш вопрос. Задайте, пожалуйста, следующий. Солнце. У нас большие проблемы. Им нам так далеко до победы. Орех! Орех! Самый... крутой орех в истории. Ты знаешь, что, может быть, два ореха наверху и помогут? Если все будет очень плохо. Куда еще надо стрелка? Надо остановить этого ведроида. О, ведроид на третьей линии тоже. Нет. Сюда. По-моему, мы пройдем эту волну. Потому что ведроиды остановятся орехами. Орехи, блин, сейвят вообще. А был бы у меня сейчас живун чат, вообще бы никаких проблем не было. Вот
Дживуна, и мы вообще в порядке. Он бы всех этих ведроидов бы сожрал на изи. Живун useless. О, Живун useless. Стример, ты не понимаешь, как играть. Может, вы просто не умеете пользоваться живуном, чатик? Так, окей, сверху. Куда еще заморозку добавить? Сверху, давай сверху. У меня будет 3 заморозки. Будет очень холодно зомбарям. Две тысячи кубак. Мы это сделали. Плюс алмазик. Сколько алмазик дает? Игровой автомат пройден. Отлично. Хорошая работа. 1000? Нифига себе. Крутяк. Этот. Сколько мне? Мне нужно 5000. Да? Ну, вообще, мне нужно 20 тысяч. Ну, следующая цель 5 тысяч. Либо пулеметчика, либо двойной подсолнух. Окей, давайте зомботанику. Следующую, да? Улучшенное растение так себе. Двойной подсолнух топ. Я думаю, что в эту игру можно играть разными тактиками. У меня вот живуны работают, а у чатика нет. Поэтому... Не, давай мне зомботанику. Простите, что? А почему мои зомби стали горохами? Что происходит, чач? На них такого не написано. Они будут в меня стрелять горохом по растениям? Зомби научились стрелять? О, нет. А что делать теперь? Это предательство? Они мутанты. Капец. Ореховые будут бронированы? Орехи спасают. Окей, орехи спасают, чатик говорит. Ну давайте пробовать. У нас будет день, я возьму подсолнух. Орехи мы возьмем, да. Живуны, наверное, не прокатят, потому что их подстрелят быстро. Я думаю, мы хотим... Точно хотим какие-нибудь кабачки... Может быть, вишневую бомбу? Потому что их не могут подстрелить. Мину, наверное. И острый перец, он по линии бьет. Ну, чисто взрывной билд. А как бойцов я возьму самых базовых горохострелов. Давайте только по-другому я их расположу. Вот так, вот так. И теперь здесь все... Всех подрывников. Так, так. Базовых горохострелов не жалко, потому что они дешевые. И в принципе тогда я просто возьму заморозку. Ну, на всякий случай в последний слот. Но вряд ли я буду ее строить, если ее будут стрелять. Ну, погнали. Могилоеда нет. Здесь могил нет, видимо. Окей, начинаем с подсолнухом. Или мои подсолнухи все застрелят. Нужны орехи. Короче, нужно строить подсолнух и прикрывать орехом, да? Иначе капец. Варлок — это пока пробник мини-игр. В смысле? В смысле пробник?
Окей, мы хотим взорвать этого зомбаря как-нибудь вот так. Я сразу на него мину поставлю. Реально стреляет козлина. Предательский горох перешел на сторону зомбарей. В мину он не попадает, она низкая. Смотрите. Круто. Окей, быстро закрываемся. И этого чувака надо... Я поставлю горохострела сюда. Пускай он стреляет. Окей, орехов нужно по кулдауну очень много. Окей, мина сработала. Хорошо. Да, он не может пробить. Нужен срочно орех. По-моему, капец моему цветочку. Я жду кулдауна ореха. А он не проходит и не проходит. О, успели. Засейвили в последний момент. И сразу сюда стрелка. Может быть, мину сразу поставить? Пускай растет, да? Эх. Окей, нужно делать так. И все. Я слился. Нифига я не слился. Я сейчас кину сюда бомбу, пофиг. Пока кулдаун проходит, я... У нас тут нестандартная ситуация. Мне нужен орех срочно здесь. И нужен стрелок здесь внизу. Все. Орех плюс стрелок разберутся. Поставлю сюда мину сразу, чтобы законтрить линию. А наверх я поставлю стрелка. Не поставлю. Пока не поставлю. Давай мне кабачка наверх. Кабачок в атаку. Молодец, хорошая работа. Ну тут капец цветам. Не знаю, чего делать, честно говоря. На вишнях кулдаун. Орех ставить быстрее. А, подстрелили цветочек. Орех, стрелка, орехов наверху нет. Эх. Не хочется тратить лишнее. Ну ладно, вот так сделаем. Окей, кабачок сейви. Кабачок сейвит наверху. Как у нас здесь дела? Пока неплохо. Я еще ни разу перчик не использовал. Орех наверх. Все, все, орехи построены. Окей, деньги есть, можно начинать строить. Я не хочу строить ледяных пока. Я хочу строить чисто дэмэдж. Максимально урон и копить нам на мины. И на другие бонусы, на другие взрывные вещества. Потому что я сейчас потрачусь на ледяного, и мне не хватит на большой бум. О, вон идет чувак с орехом. Его надо взрывать. Орех это как ведроид, да? Еще одного стрелка здесь. Орех готов, если что, заменять. Давай вот так. Минус зомбаря сделать. Мину поставить там на запас сюда. Что у меня есть? Еще подсолнух? Не, подсолнухи больше ставить не буду. Давай еще горохострелов. Наба вниз еще горохострела. Потому что морозный горох стоит почти как два обычных гороха. Учитывая, что я дефаюсь орехами, у меня такое стойкое ощущение, что мне лучше больше настроить орехов на эти деньги и дофига обычных базовых горохострелов. Там сейчас мина прокнет. Вот этого чувака надо кабачком пришибить. Лови кабачок прямо в морду. Минус сюда. Вот сейчас деньги есть, может быть сейчас. Не, давай лучше бомбу кинем в него. До свидания. Поставлю просто горохострела. Еще орех вниз для защиты. Наверх кабачок на ореха. До мина они даже не доходят. Сейчас мина на кулдауне поставим. Почему нет? Слушай, работает тактика. Слишком близко к краю от орехи ставишь. Ну, я зато могу выставить еще один ряд стрелков здесь. Или там орехов побольше поставить, если мне нужно. Четвертый ряд стрелков.
Наверх. О, кабачком раздавили. То есть, да, я ставлю слишком близко к краю. То есть, лучше бы их, наверное, здесь ставить. Но, учитывая, что в меня стреляют зомбари, то, наверное, лишним не будет максимальная безопасность. Все, пошла жара. Держите бомбу. Бабах. Сейчас перец кинем. А, все, пройдено. С первой попытки. Круто. Тятик. Я разгадал, как проходить этот челлендж. Ваше здоровье. Давай мою 1000. Будьте добры. Зомботаника пройдена. Ну и остался боулинг. Боулинг я играл один раз. Мы его уже видели. Здесь стену орех слева от линии боулинга. А, вот так. А, все, я вспомнил. Я думаю, что здесь происходит. Здесь ты орехи кидаешь, и они должны по нескольким зомбарям попадать, типа. Два ведроида по нижней линии, жесть. Я не хочу пока кидать орехи. Рикошетов нет. Мне нужно 3 ореха на одного ведроида. Во-во, я хочу, чтобы рикошет еще пробивал. Отлично. Также ждем, 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 ждем. И теперь кидаем в того, кто стоит впереди, чтобы рикошет доставал. Теперь вот это должен быть рикошет. Нам нужно 2 ореха. Рикошет не попал. Вот здесь сейчас рикошет, наверное, пройдет. Олимпиец пришел. И как пришел, так и ушел. Я думаю, вот это самый выгодный бросок, да? А взрывной... Мы хотим взорвать внизу. Блин, оно там радиуса нет. Ошибки были сделаны. Хорош, двойное попадание. Дед с газетой был пойман. А ну, дед, лови орех. Окей, вы что-то близко подходите, ребят? Зомбики, уйдите, пожалуйста. Нет, ты никуда не идешь. Он перепрыгнул. О, мой бог. Так, по-моему, я сливаю вверх. Нужно срочно наверху останавливать их. Если они перейдут линию, мне капец, да? О, дед же побежит. Дед, стой. Дед, не беги. Нельзя активировать деда. Двойное попадание. Тройное попадание. Мне нужно два выстрела на деда сразу. Раз и два. На ведроида нужно 3 выстрела. Но я не знаю, как, чем это. Мне нужна бомба, короче. 2. Окей, дед активировался. Остановить деда. Паника. Много-много паники. Как на Титанике. Я, в общем, буду спамить. А взрывную... Взрывную бы запустить в толпу. Я запускаю в толпу взрывную. Нам нужен сейф. Потому что толпу потом будет не остановить. А тебя мы остановим как-нибудь так. У нас есть взрыв. Я должен запускать взрыв вниз, чтобы снять от большого чувака. И здесь взрыв двоих снимает. И вот так вот ведроид. Тройное попадание. Как он хорош. Вниз. Двойной килл. Вниз. Давай в ведроида. Отлично. Тройной. Тройной. Они перепрыгнули. Гады. Абсолютные гады. Окей, взрывную наверх. Там не обсуждается. Ведроида нужно сбить. Но здесь нам капец. Все. Если сейчас взрывная не придет, я не могу ничего сделать. Я могу. Я могу по двоим попасть. Так, давай, двоих, отлично. Еще двоих. Оно вниз полетело. Ну, хотя бы деньги собирать, а? Ведроида надо побеждать. И здесь тоже нужно бить по ведроидам и молиться на обычные орехи наверху. Почему так много олимпийцев?
Их тысячи! Что за фигня? Кейп, попади в олимпийца и ведроида. Он перепрыгнул. У него доджрол Дарк Соулса. Он доджит. Нет. Пожалуйста, нет. Стойте. Зомби, остановитесь. Я хочу договориться. Дармаму, я пришел договориться. Вниз. Я не кинул. О, газонокосилка пошла. Спасибо, газонокосилка. Но у нас там нет защиты. Теперь деда остановить. Наверх. Боулинговый шар. Еще один наверх. Я не знаю, попадет он по двум или нет, но у нас нет выбора. Еще один наверх. Ты не пройдешь. Зомби, уйдите отсюда. Я получил какую-то ачивку. Взрывать нужно деда. Дед тоже два удара терпит. Нужны взрывные срочно. Сюда. Это двойной килл. И в деда. В деда взрыв. Сейчас будем разбираться. Знаете, что мне нужно сейчас сделать? Не это. Мне нужно было взрывную кинуть, взорвать двух ведроидов. Есть еще одна. Ешьте, свинец, ведроиды. Окей, наверх. Достижение получено, крохобор. Мы сделаем все ачивки сейчас. Нет. Стоять. А, там дед бежит внизу. О-оу. Стой, дед. Нижняя линия у нас без газонокосилок, поэтому проблема. О мой бог. Почему их так много? Все, я не могу разговаривать. Мозг полностью отключен. Бомба. Пожалуйста, бомбу. Бомбу. Приближается большая волна. Вы шутите? О, это смерть. F. И ты не пройдешь. Ты не пройдешь. Он пройдет. Ты не пройдешь. Ты не пройдешь. Я служитель пламени Анора. Багровый огонь не поможет тебе, пламя Удуна. Убирайся обратно во мрак. Ты не пройдешь. Они пройдут, они 100% пройдут, если не придут бомбы. Бомбы не существуют, их придумали. Их придумали враги. Я промахнулся. Я промахнулся. Нет. Что за жесть? Мега мисплей? Я хотел поставить бомбу вниз. Но я промахнулся и поставил ее на четвертую линию. Капец. Давайте еще раз. Вот это действительно уникальное прохождение. Чатик, я рад, что вам нравится. Смотреть, как я страдаю. Ты слил до появления бомбы? Я бы успел, окей? Я бы 100% успел. Жди, когда зомби близко к дому подойдут. Окей, мы можем не кидать пока орехи, да?
я могу ждать и потом закидать их орехами, вот когда они здесь будут, чтобы было больше рикошетов. Точно. Чатик шарит. Правда, рикошеты что-то промахиваются. Окей, наверх, вниз. Ждем. Окей, ждем. Нет смысла торопиться. Бомба пока не нужна. Бомбы надо копить на ведроидов. Ведроиды — это очень плохо. Так, теперь. Ой, и на дедов. Деды — это как ведроиды практически. Зачем я два ореха по одной линии запустил в пустоту, никто не знает. Окей. Запускаем в переднестоящих зомбарей для рикошетов. У тебя два. О, минус дед, хорош, с двумя обычными орехами. Окей, ждем. Теперь оп. И трипл килл, не трипл. Окей, ждем дальше. Буду бомбы копить. Окей, не дождался. Ведро наверху идет. Я, наверное, кину в него бомбу. Очень много ведер идет. Я, наверное, в переднее ведро кину обычные орехи сейчас. Три. А в эти ведра, которые сзади, я кину бомбы. Хотя... Окей, давай бомбу сюда. По-моему, она деда достанет. Отлично. Теперь ждем. Окей, ты ловишь обычный орех. Вообще никаких рикошетов. Ты ловишь обычный орех, а вниз бомбу. Окей. Хорошо. Сейчас выйдет ряд, и тогда я начну кидать обычные орехи. Много. Вот так. Раз. И два. И три. Хорош. Ну, мы как минимум деньги фармим. Окей, внизу идет ведроид. Ведроид равно бомба. Я не буду на тебя три ореха тратить. Большая волна. Отлично. Это то, что нам нужно. Правда, два ореха в пустоту улетели, но вот этот чувак будет нашим рикошетом. Впереди идущий. Мы делаем раз, мы делаем два, и он нам сделает килы. А следующими нашими помощниками станут олимпийцы, которые, сами того не ведая, подставили свою команду. Ох, да сколько они рикошетов нам дали. Кайф. Два глупые зомби дают мне все рикошеты. Окей. Впереди стоящий. Раз, два удара. Я даже могу этого ведроида для рикошетов использовать, да? Впереди идущего. Окей, тебе нужно обычный дать. И сейчас нам нужны будут бомбы, наверное, но... Дабл килл? Окей, сюда бомба. Это трипл килл с одной бомбы. А этого ведроида, я на него бомбу тратить не буду. Я его использую для трех ударов орехами. Раз, два, окей, два удара. Но эти два удара прошли по двум ведроидам. Окей, наверх бомба прямо просится. Там все килы. Хорошо, намного лучше, чем в первый раз. Я вижу олимпийцев. Олимпийцы, готовьтесь получать орехом в морду. Олимпийцы — наши друзья на самом деле. Раз, два, три. И четыре. Красивая. Теперь жду, когда дед дойдет как можно дальше. Деду прямо в морду. Ну, промахнулся, но чуть-чуть достал в задней линии. То же самое здесь. В самых передних. Наверное, наверху в ведроида надо бомбу кинуть. Хотя надо ли? Монетки. Ведроид наверху — это хороший рикошет. Если я найду обычные. Окей, я кидаю в этого деда бомбу. Мне нервы не выдержали. Так. Олимпиец. Олимпиец перепрыгнул. Руина. Я пришлось бомбу потратить. Я сделал большую ошибку. Я раскаиваюсь в содеянном. Я обещаю, что это больше не повторится.
Пожалуйста, господин судья, я больше не буду так делать. Что у меня опять бомбы кончаются, ага. Окей, ведроид этот ведроид должен быть так побежден. Обычными орехами для рикошетов. Дед, не подходи, иди отсюда. Наверху два деда. Блин. О, промах. О, нет. О, нет. Окей, бомба наверх нужна. А, только одного деда достала. F. Мисклики. Окей, по-моему, у меня проблемы. Окей, и мы засейвим наверху. По-моему, внизу сейчас уйдет газонокосилка. Я имею в виду. Я попробую засейвить. А может быть и не надо было сейвить. Только не в деда! Оно попало в деда, зачем? О, как много ведроидов идет. Минус дед. Минус эти чуваки. Минус ты. Орех! Быстрее, еще один орех. Игра. Мы живем. Мы живы. Нет, зомби закрывают. Зомби закрывают орехи. Козлы. Бомбу, бомбу наверх. А, окей, на четвертой линии нет косилки. Это нормально. Ничего страшного. Окей, на пятой линии нет косилки. Это нормально, ничего страшного. Спасите. Help. На помощь. Их слишком много. Их так много. Их так много. Нет. Нет! Подожди. Они же все наткнутся на газонокосилки. Они все пошли по линиям, на которых у меня есть газонокосилки. Глупые зомби. Вы попали в мою ловушку, расставленную с большой точностью и хитростью. На самом деле, это все был план. Все было продумано заранее. Как вам такая вечеринка? С первой попытки. Победа. А ты говоришь, что не можешь играть в сложные игры? А я имею в виду, мне сказали, что в мини-играх весело и легко. А оказалось, что тут жесть. Чатик меня заманил. Говорили просто весело. Ах, говорили, что просто весело, да. Блин, прикольные мини-игры. Мне нравятся, мне очень нравятся. А их можно переигрывать еще раз, чтобы фармить кристаллы? То есть, если я, например, хочу сейчас 20 косарей нафармить? Нет? Они одноразовые? Они усложняются. То есть, мне не дадут кристалл, если я сейчас еще раз сыграю в этот, в игровой автомат? Нет, не дадут. Ну давайте еще раз сыграем игровой автомат. Мне понравилось. Хоп. Так, а что мы играем-то? Игровые автоматы. А, да. Игровые автоматы. Я хочу застроиться орехами. Тебе дадут 5 золотых. А 5 золотых это сколько? Автомат кайф. Ну это буквально казино. Я имею в виду казино, но не зря все играют в казино. Дойдут 5 золотых, 5... золотой это 250. Так это еще больше получается, чатик. Чатик, это еще лучше. Это же 1250. А кристалл 1000. То есть технически все-таки типа дают. А, 250 за 5 золотых. Не каждый золотой 250.
То я думал, может, мы уже сломали систему. Но нет, не получится. Дергай ручку однорукого бандита. Джекпот заморозок. Да. Прикиньте, 3 заморозки со старту. Кайф. Вот это казино. Ну чё? О, джекпот, солнечный джекпот. Красивая. Ну все, четвертая заморозка. Ну у нас, ну нужно заморозку еще и на нижнюю линию поставить, да? Я не знаю, куда мне даже заморозок-то еще добавлять. Ну давайте сюда. Теперь стрелка, давай на эту линию поставим. Я думаю, мы в полном порядке. В прошлый раз нам сильно не повезло. Еще джекпот заморозок. О, кстати, сразу мисклик. Ну все, чего, ребят. Сейчас всех заморозим. Плюс орешек, давай сюда его. Где у меня слабее всего? Здесь, наверное. Чисто сидим, фармим солнышки. Я вижу, там есть кристаллы наверху. В этом, в самом игровом автомате. Может быть, там 3 кристалла может выпасть? Кристаллы могут выпасть. Ну все, настоящее казино. То есть теперь, если нам нужно пофармить денег, мы идем в казино и крутим ручку, пока не выбьем джекпот. Понятно. О мой бог, еще один джекпот ледяных. Что за жесть. Кристаллы бы так выпадали. Шанс очень мал. А какой шанс на выпадение 3 ледяных джекпотов? Какой шанс на это? Я думаю, наверное, не меньше, чем... Я думаю, не больше, чем на бриллиант. Поэтому... Больше, чем на один кристалл? Да ладно. 3 ледяных джекпота. Больше, чем один кристалл. Не верю. Хакеры в чате, скажите. Подтвердите информацию. Что хакеры скажут? Кто их? Никогда не говорите мне о шансах. Плюс кристалл. Ворвок не руина. Вот как надо играть в казино. Все, мы тут на весь стрим, забудьте. Меняем категорию на казино онлайн. Мы теперь не будем ни во что другое играть. Мне везет. Прет. Ты мастер рогаликов? Нет, теперь я мастер казино. Мисплей XBet переходит на новый уровень. Имеет смысл не собирать солнышки, а просто крутить рулетку? А, чтобы типа бесконечно на уровне сидеть? Не, так я делать не буду. Лучше я еще одну игру начну, какая разница. Интереснее же. И за победу дают же 250 этих монеток тоже.
Так что, по-моему, выгоднее начать еще один забег. Ну-ка, еще кристаллик. А, кристалл завлекал его, сейчас все потеряешь. А, это как этот. Да-да-да, как в казино. Типа тебе дают сначала выиграть чуть-чуть. Как шулеры делают. Дают тебе выиграть сначала, поддаются, а потом такие хоп-хоп-хоп, и уже все, хату проиграл. Знакомая, знакомая ситуация. Ну давай, кристаллик. Да что мне все эти ледяные выпадают? Кристаллы давайте. Ну же, однорукий бандит, раскошеливайся. Да хватит мне эти ледяные псувать. На кристаллы раскошеливайся, давай. Сейчас, сейчас повезет, сейчас будет кристалл. Я верю, окей? Сейчас, вот сейчас точно кристалл выпадет. Вот сейчас он будет. Да что мне твои солнца, кристалл давай. Вон они два проехали. Даль. Ледяные падают и падают. Падают и падают. Джекпот ледяных. Четвертый. У меня все поле застроено ледяными. О, мешок денег. 5 золотых. Хорош. Нормально нафармили. Че, мы с 4 косарями зашли, а вышли... У нас было, по-моему, 4000 или 5. Но мы явно нафармили теперь на... Либо можно на супер солнце сделать, либо скорострелы. Дают 5 золотых плюс 500 золотых заказа на косилке. Получается 500 монет за игру. А мы еще кристалл вытащили. Поэтому... Окей, чатик говорит, брать солнце, скорострел дорогой. Чатик, солнце покупать или скорострел? Бери грабли. Они одноразовые, зачем мне грабли? Копить на место? Нет, мы покупаем вот эти. Что-нибудь на место, 20 тысяч, долго копить. Солнце нужно всегда, окей. Чатик говорит, солнце нужно всегда. Все, улучшенный. И как он выглядит? А где улучшенный? А вот он. Двойной подсолнух. Производство солнца двойное. Нужно сажать на подсолнухе. А, это как апгрейд, да? Это была ночь сумасшедших научных экспериментов. Когда двойной подсолнух появился на свет, сверкали молнии, мелькали странные огни, даже шумный ветер был недоволен, но безрезультатно. Двойной подсолнух был живой! Живой! Это надо этот It's Alive включить сейчас. А, блин, на Ютубе забиваешь, не вылезает. Сразу коротенький клип. Ну и ладно, не буду включать тогда. It's alive! Представьте, что кричит этот доктор Франкенштейн. Зарядка очень долго. 150 цена. Ну не так дорого. На 50% На 50% дороже подсолнуха, но места не занимает. То есть ты можешь построить один ряд подсолнухов. Это для билда на дешевые, на дешевых стрелков. Если ты хочешь спамить, ну, либо грибами дешевыми, либо вот дешевыми скорострелами, не строить дорогих бойцов, то лучше так выставиться, чтобы место освободить, да? Слот в растениях занимает. Ну, я говорю, это для специфического билда пойдет. На дешевый билд. Чтобы пройти игру, хватает одного ряда обычных подсолнухов.
разберемся. Пройдем игру. Не боитесь, чатик. Мы будем делать новые тактики. Мы будем делать билды, которых вы никогда не видели. Уникальные. Давайте еще одну. Давайте быстренький сделаем еще. Давайте еще ручку крутить. Мне нравится. Что-то я подсел на казино. Окей, давайте еще один забег. Сюжетку в другой раз. Сегодня мини-игры. Окей, давайте. Со ставками, окей. Еще один игровой автомат, и мы сделаем ставки. Все. Полная деградация. Выпадет ли стримеру алмаз? Выпадет ли стримеру алмаз? Абсолютная деградация стрима. Прощайте. Держите чатик. Начинаем прогноз. Проходи приключения, мы хотим новые 17 мини-игр. Будет приключение. Сегодня у нас мини-игры. Мне нравится. Ты чего? Все пройдем, чатик. Все будет хорошо. Да ну-ка, я смотрю на ваши ставки. Я буду следить, что вы там ставите. 100 тысяч на поражение, что не выпадет. 50 тысяч на веру. Хотя чатик говорит, там шанс маленький. Не финиширую до кристалла? Так я делать не буду. Я буду подбирать все солнца. Я не буду читерить для чатика. Я буду подбирать все солнца, и забег закончится, когда мы наберем там солнца. А, так ты поставил на... Ты поставил на алмаз, потому что... Ты думал, что я буду вот так делать? А какой смысл ставки тогда? Это же не, получается фейковое казино. Типа ты такой в рулетку приходишь, делаешь ставку и... Крутите рулетку, пока не выпадет нужное мне число. Казино так не работает. Окей, поехали. Там 300 тысяч на... Джекпот стрелков, хорошее начало. Неплохое, не алмаз, но у нас уже есть защита. Я думаю, мы точно не проиграем теперь в начале. Еще можно проиграть просто, да. Кстати. Поэтому... Ну все, стрелки поставлены, я думаю, мы в порядке. Что-то таких ставок мы не видели уже очень давно. Чатик заразился казином. Я вижу там 300 тысяч на алмаз и что-то 250 тысяч на... 250 тысяч на поражение, на то, что алмаза не будет. Жесть. Но чатик тоже подействовало. Мисплей XBet. Высокие коэффициенты, быстрые выплаты. О, ну сыпятся нам обычные горохи. Джекпотов вообще нет. Ну может быть, оно работает как настоящие игровые автоматы. Типа копит, 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 а потом начинает отдавать. Может, если джекпоты не выпадают, это хорошо? И значит, что нам выпадет больше шанс выпадения алмазика. Окей, солнце, хорошо. Джекпотов по... Никогда не говорите мне о шансах. Никогда. За две секунды. Верующие, держите. Вот он. Это для вас. Плюс алмазик. Ого. Два еще один?
Мы можем сделать ставку, выпадет ли еще один алмаз? Чатик, будете, выпадет ли еще один алмаз? Кто хочет хату проиграть? Окей. Вот это полная деградация в казино, когда ты выигрываешь и начинаешь еще ставить. Правильная тактика в любом казино, ты, короче, что-то выигрываешь сколько угодно. Забираешь деньги и валишь нафиг. Окей, выпадет ли стримеру еще один алмаз? И мы сделаем одну минуту. Пока вы делаете ставки, чатик, подскажите мне. Подскажите мне, пожалуйста, видели ли вы у каких-то стримеров виджеты, чтобы казино на экране отображалось? Чтобы вот, например, вот где-нибудь вот здесь такое табличка, и там столько-то ставок на победу, столько на поражение, чтобы все это видно было на экране. Для зрителей не видели? Нет. Надо подумать, видел где-то. Фуши, вспоминай, где видел, чувак. Блин, нам бы это отлично подошло. Это было бы просто супер. Могу поспрашивать? Ну ладно уж, прям вы сильно не заморачивайтесь. Я просто так, типа, вдруг у кого-то вы видели. О, джекпот орехов. И сразу мисклик орехов, естественно. Орех, ты что здесь растешь? Орех вырос, блин, посередине. А, да, ставки-то я не посмотрел. Что там у нас? 100 тысяч на алмаз и 200 тысяч на не алмаз. Ну, коэффициент. Никогда! Я повторяю еще раз. Для тех, кто, может быть, не услышал. Никогда не говорите мне о шансах на победу. Говорите мне только про коэффициенты и быстрые выплаты. Алмазик. Верующие, держите. Еще раз. Верующие, надо бежать. Нельзя вам в казино. Вообще никогда не ходите в настоящее казино. Ни при каких обстоятельствах. Окей, начать прогноз. Выпадет ли стримеру еще один алмаз? О, господи. Неверующие вообще без штанов остались. Вот кто хату проиграл. Я имею в виду, неверующие ставили разумно и логично. Потому что шанс на алмаз маленький. Тем более на два алмаза подряд. Все на синее начинается. Все. Казино пошло. Захватило всех. О, это можно двигать, прикольно. Окошко двигается, смотрите. Блин, в современных играх никогда не делают двигающиеся окошки. Окей, что там у нас с коэффициентами? Ну все, верующие пошли. 150 тысяч на веру и 150 тысяч на неверу. Короче, 150 тысяч на алмаз, 170 на без алмаза. Ну погнали. И каковы шансы, что я вот этим кликом алмаз наролю? Давай. Нет. А вот круто было бы с одного клика. С одного спина. Тебе нужно терминологию учить нормальную для казино. Спин. Это называется спин. Иногда
меня батя работал когда-то охранником в этом, в казино. Я знаком. Окей. Солнышки падают. Ну, солнышки плохо для верующих. Потому что чем больше солнышек, тем быстрее раунд закончится, и тем меньше шанс на алмазик. И вообще я сейчас проиграю, потому что я уже играю не в Plants vs. Zombies. Я тупо деградирую. Как я буду убивать ведроида? Кто подскажет? Верующие, вы не учли, короче, один момент. Стример руина? Поэтому мы сейчас просто проиграем, и как бы все. Ну, орехи, а? А нафига я туда орех поставил? Чтобы его просто сожрали, да? Мины-то у меня никакой нет. Я его просто задерживаю, этого зомбаря, и все. Все, его уже не достать ничем. Ну, что я вам скажу, проблема? О, джекпот стрелков, отлично. Окей, газонокосилка сработала, но я руинища полная. Я чуть не проиграл вам. Ребят. О, мы уже деньги отбили, то все здесь все равно. Ладно, 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 все, фокусируемся на алмазах. Нам нужны алмазы. Давай, джекпот только что был, поэтому шансы на джекпот, наверное, поменьше. Только что был джекпот обычных стрелков. Заморозка вообще не выпадает. Солнышки. Нам надо чатик на экране было выводить по-любому. Чатик на экране был бы просто шикарен. Зрители на ютубе, если бы вы видели чатик. Это просто жесть. Они так хороши. Окей, я ставлю цветы для блоков. Что-то алмазы не падают, ребят. Ну ничего, джекпотов нет. Есть джекпот солнц. Солнышки выпали, и по правилам этого казино я должен собирать солнышки. Я не читерю, я не буду скипать солнышки. Джекпот для неверующих. Я имею в виду, надо забирать деньги, если ты выигрываешь, и уходить из казино. Никогда, что бы ни случилось, какие бы обстоятельства ни были, никогда не говорите мне про шансы на победу. Капец. Просто жесть. Верующие. Три алмаза. Три алмаза за один забег. Все хаты выиграли. Еще ставку? Да все уже, казино закрывается. 4 утра, собирайтесь. Казино уже все закрывается. Хватит играть. Охранники вас уже выводят под руки. Потому что... Еще один спин, еще один спин. Лучшая серия вообще за все эти годы. Фу, жесть. И, кстати, джекпот-то мы срубили. Не только чатик выиграл, но и я, потому что мы можем купить апгрейд горохострела. Хорош. Знаешь что?
Сегодня гуляем. Давай мне это, давай мне грабли. Всем за мой счет. Варлок, не ходи в казино. А я-то ставки не делал, чатик. Я-то чего? И в онлайн тоже? Я наоборот думаю, может быть, сейчас хату продать, и раз нам так везет, пойти играть в казино в настоящее. Что думаете, проиграем хату? Прет же! Ёпар СТ, мы на стрике! Алмазы выпадают! Пока прет, надо оставить! Варлок, YouTube канал ставь! Я думаю, что YouTube канал где-то 100 рублей сейчас стоит. В лучшем случае. В современном климате. Думаю, моя рыба больше стоит, чем мой YouTube канал сейчас. Чем мы тут открыли? Okay, горохомет. Урон средний для каждой горошины. Скорость стрельбы 4x. Нифига себе. Нужно сажать на скорострелов. Родители горохомета были взволнованы, когда он заявил, что хочет стать военным. Но, дорогой, это же так опасно, твердили они в унисон. Горохомет был тверд. Жизнь опасна, отвечал он, излучая уверенность. 250 стоит. Слушай, а вот горохомет получается дешевле, чем 4 горохострелов поставить. Да? Потому что он будет стоить 350 и будет стрелять на 400. Почему 450? Он стоит 250, и горохострел стоит... А, на скорострелов. То есть на вот этих чуваков. Ну тогда 450. Окей, этого чувака будет очень сложно разыгрывать. Я не знаю, сколько денег надо, чтобы это замутить. Мне кажется, цветочек, наверное, будет получше. Ну попробуем. Blood Angel Legend, привет. Тебе тоже лучей добра. Все, чатик, хватит играть в казино, а то мы сейчас штаны проиграем.